Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересовано в получении этой информации. Вот, ну, это спецслужбы должны между собой договориться. Мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представителей специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита.